Ничего, Пантер. Да-да-да, все, разольтабился, раздуплился. О, D1. Слепас. Давай пробовать. Прям в темечко. Ладно, раз, два, три, заряжай. Заряжай. Бей. Убивай. Стой. Предположим. Вот погодите, вот перед нами где-то показывает моба. Да, внизу там. Вот. Вон он. Да, агрите их, где и все. Ну давай этих позаб... А, там еще это... Стреляющие. Че, агрю? Давай, конечно. Ща, погоди, он засветится. Ну че, трекер? Ну, там не всех там, да, да. Ой, бля, тут дохуя их. Ну да. Госу, все идут. Да они не ко мне идут. Логов нет. Пинг на тул рефил даю. И я на... забрал. И на медипак. Он, наверное, уже внизу. Нет. Нет. А. Все, его я забрал туда. Бегу, бегу.
слева, в 15 метрах, один стоит. За ним еще один. А ну как? Воу! Вот это, конечно, тут лоханулись. Бля, D1 без этого. Там скаут за той стеной. Отлично. Камон, пак залить. Оу, чё за эксплозив трип майн? Минка. Новый расходник. Если поставишь, забрать не сможешь, сразу говорю. Да, так что ставь с осторожностью. Ну, на дверь ставь. Под дверь или прям в дверь? Ну, как обычно, ты ставишь. Ага. Она мощнее, да, обычно именно? Неизвестно, это тестить надо. Но на людях не протестишь, ясное дело. Так, и здесь тоже не убрали этот баг с текстурами. Что, открываем? Да, я готов. Прикольно. Подмечаю. Блять, вылез. Ну, вроде рапиды же были, где они? Я их убил. Одного точно убил. Сорян. Чё, болтками? Как хочешь. Ты же играешь. Да, вы чё? Сидеть-то? Ну, мы сами играем. Как? Чё? Чё-то, блядь, говно, а не пушки. Пиздец. Да, да. Не, ну Burst Cannon, ты понял, да, в чём прикол-то у меня? Не, я пока его ещё не брал, я взял сейчас Hell Rifle. Пиздец, в чём разница отличия от этого, я не могу понять, от снайперки. То, что надо зажимать, блядь? Не, то, что она их простреливает насквозь, сразу несколько. Разница есть. Ну, у снайперки, мне кажется, больше урон. Да. Сейчас не знаю. Сейчас они, может, снова какие-то внесли изменения. Так, на этом терминале нет ни хрена. Тут два моба. На этом тоже. Так, рефилка. Не, минка, конечно, порадовала отдельная. Вот, если чё, на мне ещё мина есть. Resource box here. А, я пойду сразу на ту кровавую дверь, короче, втыкать, чтобы толку от неё не держать. Ну да, как вариант.
Давай иди назад, я заткну. Да что там, ничего не надо же больше. Ресу забрать. У меня все равно все люки забиты. Поджигай. О. Инфекция. Надо да, в альтуху залить рефилку. У меня еще рефилка на двое за. Ну, попробуй. Хантер, в тебя лезет рефил? Один, да. Так, как тебя найти, блядь? Ладно, потом. Что там у вас происходит? Экстрим, блядь. Небольшой. Ты что там наделал? Дверь открыл. Духа, давай начинай бомбить, что Хантер дверь открыл. Ну я не хочу. У нас сейчас все идет легко и непринужденно, поэтому тут и бомбить-то нечего. Мартырин, короче, пошел сразу карты клепать. Правильно. Скаут. И наверху там товарищи есть. На терминале нет лога. Убили всех, да? Так у тебя дрекер. Не, я хочу попробовать издалека ебануть скаута. С этого говна. Ну, Хэлл. Да, убивает. Лавли-джабли. Да сука ты. Хантер, забери тут там опарь. Щи-щи-щи. На цел пинг дал. Почти. Вот теперь дал. А, внизу там. Где-то далеко. Чё за музыка? Барыни там скаут уже убили. Какой же был пап говнище, господи, блядь. Да нет. Отличная пушка. Да хуй знает. Может еще не придрачивался. Че тут у нас? Че, больше не находил? Да, логов тоже. Зато пену нашел, но тут за ней спускаться придется далеко. Слушай, туман убрали здесь. Я батарейки две вставил. А. Еще раз пинговать? Пока я рядом. Кого-то хочешь пропинговать? Цел? Батарея. Или уже несете? А. Нет. А, мимо нее. Короче, это медпак. В зоне F находится. Угу, я прям перед ним. А вот этот улрефил тоже в зоне F находится. Он рядышком со мной прям. Я с терминала слез, больше не пингую, все. Так, тут медпак на 4 лиза. Фонарь здоровый, кому надо? Ну, уже с ним. Тут у меня просто минка в руках, это.
И рефил на 3 юза. И у меня еще рефил на 2 юза. Пиздец. Мне 3 спокойно влезает без потери. Давай, спускайся ко мне. Че? Похилять кого-нибудь надо? Да. Госу надо. И кефирчиком его бы облить. 60? Да. Пошли за мной. Ага. I've got a resource locker here. Вторых понесу. Не, я пометил. Вот. Resource locker here. А как ты сразу два пинга делаешь на один и тот же предмет без задержки? Resource locker. Resource locker. Как ты это делаешь? А, ты, блядь, разные предметы. Resource locker. I've got a resource locker here. А, госу, давайте. Resource locker here. Сколько за там? Ну, раза три можно. Хантер, что у тебя по хп? 72. Это пока правильно показывается. Че, давай в тебя валюсь. Вы на втором этаже есть кто-то? О, Альтуха, иди в ту яму спускайся. Слева от тебя. Но уже сзади. Там, короче, внизу будет на... короче, какая-то клетка грузовая. Там будет маленький ящик, на ней пена. Господи. А, у тебя пена, блядь. Я возьму, у меня пусто. Да тебе к Альтухе надо идти. Иду. Только проведите, я сейчас, блядь, плутаю. Это на втором этаже, тут как ты бы... Поднимайся вот тут наверх сейчас, в этой комнате. Так, где там, блядь? Не, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вон в ту комнату. Там яд, да? Нет. Что-то нихуя тут нету. Пена, пена на ящик. А, все, вижу, вижу, вижу. Она тут. Я прям... Чё, 100% сифонка? Она одноразовая теперь, да. Сюрприз. А, ну заебись. Ну да, теперь вспомни, я один. Да. Это прям... Прям это, сюрприз, мазерфакер. Ну, сифон ланчер, что мы таскали. Ну вот, теперь, а теперь вот подумай, да, вот. На Е1. Вместо чего можно сифон лаунчер было взять? Явно не вместо... Вместо одной турельки. Ну это вообще пиздец. Или минок. Или минок. Ну это тоже в некоторых местах пиздец. Короче, ну вот так вот. Такой вот способ, видишь, балансировки. И принуждения к тому, чтобы таскали. Так сойдет. Да хотя бы без турели. Так и не починили. Госу, иди сюда. Посмотри наверх. Хм. Ну, просто дырка. Ну, а по факту пароль. Ее нет. Хм. И здесь тоже. Как нет, вот же она. Не-не, ну сверху-то ее нет. Это оптический обман. Ага, и вот это тоже, да, смотри. Все. Для набора классов все что-то не сделаешь. О. Смотри, она на воздухе стоит. А, Дон, просто напоминаю, противник на лестнице бессмертный, это бессмысленно. А, блять. Не, я просто показывал. Че, идите, я открою. Все, открывай. There, tagged. Do not be
Бля, я думал, сейчас какой-то бессмертный тут появится. Блять. Заебись. Зато выжил. Ну да, минус 40 хп. Правильно, как. Глоустики. Тут тоже чисто, нету ничего. Ну, терминал. Там за дверью сразу взял. По идее, она недалеко где-то находится. Вот тут. Ну как недалеко. Так, вот возле левой стенки, вот тут один. От ванны, и там дальше еще три. Босс, ты сейчас выйдешь на пару, там пара, и за ними еще один моб будет. За вот этой, за Альтюхи на дверью один козел всего. Ебаш! Джимбаш. Где тут батареюшка? А я думал, убрали этот кусочек. Мне нужно послушать мнение Мартариона по поводу оружия. Я хочу услышать, как у него горит. Не, у него не горело по факту. Да? Но он, ну, пока там никого не было, он в соло побегал. Пытался против толпы с Берсканеном повоевать. А потом он умер. Ф Мартариона. Да. Ой-ё. Кто там заражён? Почему я? Я. Госса. Вот. Лекарство от всех болезней. Фогов нету, да? Никто так, не заходил. Слушай, не вставляйте пока батарею, сейчас я всю карту отрисую быстренько. Давай, рисуй. Кью еще найти надо, блин. Кого? Я уже нашел. А, ты нашел. Окей. Да, теперь это, Гос, ты, по-моему, не видел. Это я обнову, ну, для вас обоих сообщаю. А предметов теперь больше спаунится просто на полочках. А еще вот здесь вот такой вот интересный момент есть. Заваленной трубой и проходом. Бля, ты делал плохо. Народ, заберите амутпак и медпак оба по 4. Бля, амутпак. Там мед достался. Не, я бы аптеку взял. Блять, странно. Че вы с Госсом сделали, блять? Вы мне Госса сломали. Че с ним так? Он взял вместо патронов аптеку, блять. Ну так постарел хуй. Старый стал, говно стал. А куда лялька-то пропала? Кто? Лялька. Какая лялька? Ну, бля, ХСУ. А, ХСУ в этот раз не дали. Уехал отдыхать. Ну, ты на название миссии смотри.
на задачи, которые мы делаем. То рефилку оставили здесь. Заберите там тулку. Батарейку несу. Дона, не знаешь, как мне? Это B1, а Пришур это B2. Альфа, C3. О, C1. А, то есть они не дошли еще? Что-то долго они как-то... Они почему-то бегали на этом, на B2. Так а что ты ходишь там, Хелгос хули руинит все постоянно. Началось. Ясно. Я, короче, все, этот материал, так скажем, есть. Карта вся разведана, так что можете втыкать. Все здесь, да? Рядом все. А, ну фак надо. Так, о, бля, как же шпичет это пиздец просто. У меня там комп сейчас взорвется, наверное. Ну да, у меня это железо тоже греется, пиздец. А у Аврама там вообще, наверное, на Кубани трэш. Почти угадали. С крыжочком. Трэш у меня сейчас два дня подряд и жду третий, блядь. Да, да бесит уже эта жара, я бы думал кондёр пойдёт, блядь, поставить. Не, у Альтухи, короче, Ной в ковчег строят. У меня, короче, 32 градуса в тени, а потом под вечер дождь, град, вся хуйня, блядь. Да охуенно. До 22 градусов спускается. Блядь, скрипка прям вообще, вот вообще не в тему здесь. Ной... О, блядь, ну музыка, конечно. У кого-то была сифонка, киньте, пожалуйста. Такая кривая минка, блядь. Сифонку я кинул. Да, тут изи это все, блядь, прожимается. Пассивная особенность биотрекера. Отмечаешь врагов, они взрываются. Блядь, вы хотя бы больших добавили, что ли? Ну какого-то мобы же добавили одного. Кто-то не в скане. Только трое из четырех в скане. Ну хотя куху, ладно, для экшона сойдет. Да гос там решил попафаниться. Туманчик поднимается постепенно. Вот-вот, Дон Кихот, вот, блять, вот как тебе? Текущий рандаун от 1 до 10. Ничего не напоминает там, да? D1 там все дела, да? Не, ну Ашка мне понравилась. Ну, чисто визуально. Визуально. Сложность говно вообще, блядь. Ну, я должен нахуй идти и руинить.